Всем привет! Вы помните, я сажала петунию с семенами. Сегодня мы поговорим о ней. Хочу показать, вышла она или нет. Вы помните, что сажала ее по снегу и что я сейчас вижу. Я уже раскрыла, пакетик убрала. Вот наша петунья увеличила, уменьшила. Вот столько петуньки вышло. Такая красота. Конечно, семена не упали вглубь земли. И сейчас я буду насыпать землю между рядками, немножко прикрывать корешки нашей петунии. Ну что, займемся? Вот наша земля. Берем и присыпаем между рядочков. Кто-то был удивлен, писал в комментарии, что не видели такого, чтоб на снег, по снегу сажали петунию или вообще какие-либо растения. Но снег, когда он тает, это талая вода, очень полезна для наших растений. Все аккуратненько сейчас присыпем. Еще я набрала снега в банке, поставила возле батареи. Хочу, чтобы она растаяла. И я буду поливать талой водой. Все засыпала земелькой между рядов. Вот так у меня это получилось. Вот такие малюсенькие петуньки. Они выпрямятся, все будет хорошо. Накрою сейчас опять пленочкой. Тут достаточно пока влажности, я не буду наливать воды. Слишком много воды тоже очень плохо. Закрою сейчас вот так пленочкой. Заклею скотчем, потому что у нас просто пакетик разрезала. Все, закрою пленочкой и будем ждать и смотреть, наблюдать за ней, что будет дальше, в общем. Так что сажайте по снегу петунью. Ну, ни у кого нету снега, она и так выйдет, но по снегу очень удобно, не надо поливать, и очень хорошая всхожесть. Еще я посадила острый перчик домашний на окошко, маленькие перчики. Тут 3 стаканчика. Еще, конечно же, не проклюнулась. Я посадила всего лишь, когда я позавчера, по-моему, или вчера посадила. Не записала, ни к чему это. То осы будет на окошке просто. 3 и еще 6, то есть 9 стаканчиков. 2 перчика у меня есть. Вот мои 2 перчика, они уже цветут. Остренькие перчики. Поливаем, все нормально, растут, цветут. Какие-то падают сухие, но потом пойдут у нас расти перчики. В общем, 2 перчика есть, еще будет 9. Все, будем ждать и перчики, и будем наблюдать, как петуни наши развиваются. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу, всем удачи, всем пока-пока.